Слава тебе стало. Здрасте. Сейчас вот только что перед вами приходили слесаря. Ага. Вот, они там что-то перекрыли, сказали, проблема с каким-то клапаном. Автовыпускной или что ли клапан, они сказали. Вот. Ну, на всякий случай, может быть, проверите, потому что, ну, мало ли, там у меня сейчас стас стоит. Я вам фонарик, если хотите. Не, давайте мы лучше сфотографируем ваши. Давайте. Если они приходили, они же, наверное, закрыли его. Ничего не фотографировал. Вот, ну, сейчас капать поменьше стало. В одном месте, да? В двух. Ну, по трещине одного перекрытия. Алло? Здравствуйте. Ну, вроде бы да, ситуация нормализовалась. Может, сейчас вот уже непосредственно аварийная служба приехали. Вот, ну, фотографируют места протечки в квартире. Сейчас, наверное, заполеют. Сейчас им ключи, да? Отопления нет. Ну, слесаря перекрыли. Вот. Сейчас одну секундочку, я вам дам ключи. Не могли бы вы мне перезвонить через 3 секунды? Сейчас. Буквально 3 секунды. Угу. Вот ключ. Пожалуйста. Алло. Как я с Бук Краснодар звонила, интересовалась, там отопление есть или нет. Он что-то сейчас перекрыл, но там у нас ситуация. Вам не интересовалось? Есть ли отопление в целом в доме? В квартире? Ну, в доме. Она спросила. Тепло или нет? Да. Ну они молодцы, а что же они не пересуются в нормальные дни, на выходные не получается. Когда остается практически одна аварийка, когда они начинают. Ну да, я тоже. Я тоже, честно говоря, не совсем понимаю. Есть. Вам фонарик дать? А, вот там вот в углу справа, и там вы видите таз. Там такое нагромождение вентилей. Вот. И один вентиль. Вот этот выпускной автосбросной клапан, вот с него была внизу, ну прямо там, где таз стоит. А вчера в дом пустили, да? Нет, ну отопление вообще в принципе, уже теплые батареи стали где-то неделю назад. Ну а потом они стали опять холодные, потом по некоторым комнатам, в одной комнате холодные, в другой чуть-чуть, еле-еле теплые, третья опять холодные, сейчас я даже не знаю, вот, ну не щупал. Нет, сейчас во всех комнатах холодно. Вот там, где текло, чуть-чуть, еле теплое. Ну, значит, сегодня тепло. Ну да, видимо. Сегодня в 8 часов утра кто-то лазил по чердаку, потому что слышно, когда кто-то ходит по чердаку, слышно. Вот. И также позавчера лазили в четверг, вот, и в среду. Третий таз стоит, то есть один таз стоит над теми комнатами, где периодически каждый год подошел. А тот уже второй год такая готовая. Закрыть экран. Я не знаю, как это что называть, как это поправляется. Там ужас. Там слышишь, а там сборщики стоят везде. Я не знаю, как они закрыты, они все закрыты. А зачем они тогда нужны? Сколько я увидел здесь?
правой стороны находятся все. Да, да, хрена ты просто стоит, в смысле. Вон там все двигаются. Нахрена было тогда деньги по руках пухи выношу. А функция этого автосбросника заключается в том, что он выпустил воздух и сам прикрылся, да? Ну да, но он просто со временем все-таки как-то немножко система. У него бывает такое, он со временем начинает это сам послюнуть. Угу. Что-то какое-то мусор, что попадает под него, и он получается. Там накипь может быть какая-то. Ну, что-то солевое какое-то. Ну, отложение. Да. А вообще, конечно, не открытый, да. Просто он стоит, просто когда воздух появился, он раз его убрал. Угу. То есть получается, что у меня он упало давление, и он не до конца сработал, не до конца как бы закрылся, да? Ну, как правило, да, да. Он не прям велось, он должно немножко спасибо. Ну, так вот прямо маленькая струнка, а потом просто капать начало интенсивно. Вот. Я там поставил. За полчаса набралось там, ну, вы видели. Я уже грешным делом думаю, надо что-то придумать, какую-то сигнализацию поставить. Знаете, вот есть на утечке стиральных машин. Очень эффективная штука на самом деле. Вот. Ну, потому что видите, у меня как получилось. Пятый этаж. Вот. И это не первое, поверьте, это не первый поток. Такое было у меня один раз. Я приехал. Ну, они закрыты все. Значит, надо просто классика начинать официально. Просто, значит, просто воздух надо назвать здесь. Не надо, чтобы работало же тоже. Ну да. Оно воздух спустили, по идее, его как бы там сильно нет. Но если где-то что-то случилось, кто-то там или где-то воду перекрыли, перекрыли, то что-нибудь надо. Опять воздуха хапнуло. Просто теперь он автоматически уже у вас не запустится. Понятно. Если они закрыты. Вот здесь, да? Спасибо вам огромнейшее. Вот. Если вдруг завтра произойдет что-нибудь на аналогичное. Теперь мои действия какие? В понедельник им звонить, да, чтобы они пришли акции ставили там или что-то. Ну, наверное, если там есть акт нужен, да. Вот у нас будут фотографии, да. Они узнают. Ну, акты не делаем, но они могут у нас фотографии найти. Ну, вы их, смотрите, не сотрите, ладно? Да. Ну, все. В архиве. Я понял. Ну, спасибо вам большое. До свидания.